Виктора Сергеевича Яблокова характеризует профессионализм и надежность. Он был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Виктор Лайко по праву был удостоен государственной награды Орден Дружбы. Большую часть своей профессиональной деятельности он посвятил военной службе, а с 2008 года трудится в корпорации. За основательный и серьезный подход к делу неоднократно отмечался на уровне предприятия и региона. Я очень горд и благодарен высокой оценки моего труда, но хочу сказать, что прежде всего это труд всего нашего коллектива. Коллектива завода, коллектива дирекции по капитальному строительству. И я считаю, что без этой поддержки, без нашего коллективного совместного труда не было бы в том числе этой награды. Еще раз хочу сказать большое спасибо всем нашим заводчанам, всем нашим строителям.